И всем здоров, и сегодня у нас будет такое видео, новый заработок в Модал 2. Обязательно поставь лайк, подпишись на канал, если ты его еще этого не сделал. И давайте наберем 100 подписчиков, я буду так рад. Нам остается 25 подписчиков, вы понимаете, как это мало. И 100 подписчиков, 3 цифры, я буду очень рад. Давайте доберем, реально, просто доберем. Просто реально доберем, просто чтобы было у меня 100 подписчиков. Пожалуйста. Я буду очень благодарен вам. Спасибо. Как мы знаем, что третью миссию нам заблокировали. Вот. То есть, она не работает вообще. То есть, ноль. Паркур вторая тоже не работает. И вот эта вот пятая тоже не работает. Жалко. А это было три миссии из самых лучших, друзья. Я ошибался. На время 124-я миссия. Нажимаем на нее. И попадается, как третья миссия, то есть у нас попадается такая тачка. Кстати, друзья, лайфхак могу вам подсказать. Нет, друзья, что-то я не то сделал. Давайте заново, просто я нечаянно это смазал. Смотрите, друзья. Можно пройти, взять мертвую петлю, и нам, будет у нас такая тачка. Все, друзья. Так, берем. У нас будет всегда такая тачка, если мы пройдем мертвую петлю. Ну, миссию мертвой петли. У нас будет быстрая машина, пока она не сгорит. Так, нам дают за эту миссию 5К. То есть, если мы прошли и у нас 3 секунды на финише, то нам дают 3000. Если 2, то 2. А если 1, то 1. А больше 5 нельзя, к сожалению. А так было прикольно. Так, друзья, вот, да, вот так вот. Ну, я имею в виду на вот эту вот миссию. То есть, вот, с оружием сейчас. Вот, ой, с оружием. Вот, мертвая петля. На вот эту миссию мы клацнули, и у нас дается такая машина, все. Вот. Взяли ее и переходим на 124-ю миссию. Все, друзья, другая миссия у нас уже погнала этот сюрприз. Не сюрприз в машине, по-моему, этот. Сейчас скажу вам, какую миссию еще можно было этот. Забыл. Найди мою тачку, да, вот. Найди мою тачку, тоже классная миссия. Хороший заработок в ней. Да. Так, вот мы так... Идет загрузка, типа, все, хорошо, буду другом. Так, берем, друзья, и проезжаем сквозь. И едем обязательно в ту точку, вот. Обязательно туда, там всегда машина. А если у вас будет баг проходить, как съезжать сквозь стены, проезжать, то вам еще легче будет. Ну, можно будет ехать сквозь текстуры, и ничего вам мешать не будет. А так я не могу. Вот тут это еще дорога это. Так, едем. Едем. Давайте подъеду, встретимся. Все, вот я подъезжаю уже. Вот она, машина эта прекрасная. И у нее уже 500 сил. Так что на ней очень быстро проезжать. Все, и везем ее назад. Так, да, везем ее назад, и нам дают же 5000. Но, мне кажется, та миссия все равно лучше, потому что там она легкая. Очень, я бы уже 2 миссии прошел бы по итогу. Так что, друзья, пользуйтесь лучше той миссией. Вот я проезжаю. И все, друзья, миссия пройдена. Человек сам выходит. И все, миссия завершена. Все, друзья, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока.